Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас в гостях Юлия Анатольевна Воронова, помощник генерального директора госкорпорации «Ростех». Добрый день, Юлия Анатольевна. Добрый день. Ваша компания оказывает поддержку спорту. А почему вы решили выбрать теннис? И почему именно турнир в Санкт-Петербурге? Ну, вы знаете, неудивительно. Государственная корпорация «Ростех» поддерживает вообще спорт в различных его видах. И это один из крупных социальных проектов. Поэтому, учитывая, что это международный проект, и это поддержка имиджа «Ростеха», это поддержка все-таки наших российских спортсменов, мы посчитали, что это будет очень интересно. Так же, как и для фанатов, для болельщиков, но и для спортсменов. Также это очень интересно для самой компании «Ростех». Часто при выборе вида спорта для приложения спонсорских усилий важную роль играет наличие фанатов той или иной спортивной игры среди топ-менеджеров компании. Есть ли теннисисты-любители среди руководителей «Ростеха»? Знаете, дело в том, что при поддержке «Ростех» было создано, ну, может быть, слышали, общество «Трудовые резервы», конечно, вы слышали. Мы принимаем активное участие. Там также одним из видов спорта, когда проходят корпоративные игры, также присутствует теннис. Есть люди, которые для себя любительски занимаются, а есть те, которые принимают активное участие и побеждают, и получают свои призы. А в связи с вызванными пандемией ограничениями, в этом году Санкт-Петербург Ladies Trophy один из немногих теннисных турниров, на которые допущены болельщики. Причем зрительская квота составляет 75%. Да. Воспользуются ли этим обстоятельством сотрудники вашей компании, чтобы посмотреть вживую матчи? Ну, знаете, у нас очень многие, так как предприятия раскиданы по всей России, очень многие смотрят по телевидению. Те, которые работают и живут в Санкт-Петербурге или в Москве, кто посчитал необходимо приехать, которым нравится этот вид спорта, конечно, они здесь, они на трибунах. Спасибо большое за это интервью и удачи в вашей деятельности. Спасибо большое.